Всем привет, дорогие друзья мои! Представляю вашему вниманию Warrior Empires. Отличный тематический канал блогера с привлекательным тембром голоса. Канал, на котором регулярно публикуются ролики по мотивам нашей с вами любимой игры. Здесь и турниры, и войны. Мега удачные призывы Таверны Легенд, Хранителей Телтока, невообразимые призывы Марловии. А также человек показал, как он впервые вышел на бриллиантовую арену. Переходите на его канал по ссылке в описании. Ну а мы с вами переходим к просмотру войны. Заранее приношу свои извинения за качество видео, сами понимаете, не понос так золотуха, погнали! Сегодня у меня война в полевых условиях, поэтому, к сожалению, будет без веб-камеры. Но в любом случае не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, а мы погнали. Я вот уже себе присмотрела тут ОМОНа. Которого я буду бить красным моно. Это у нас предводитель альянса. Я люблю бить предводителей, вы знаете. Так сказать, отметиться. А кому нам отряды? Елене я обычно отдаю. Вот. Все, погнали. Так, сейчас подтянем красные камни. О, у нас тут еще появились. Еще подтянем. Ну, в общем, Тотамон, в принципе. Он же Тотамон? Ну, конечно, я опять перепутала. Юнан. Юнан. Значит, Юнан у нас должен сейчас улететь. И он улетает. Дальше мы тогда расчехлим Хел. Благополучно. Так, ну давайте, значит, поднимем атаку. Гормик. Сейчас пройдется Лена и посмотрим, добьется ли Хел. Хел добилась. Все, отлично. Тогда расчехляем могильщика. Могильщика. Могильщик ушел. Теперь, в принципе, мы можем спровоцировать Беллу, чтобы она убилась об контратаку. Она, конечно, может не убьется, но мы гадость с Зимкифой снимем. Вот, отлично. Все, теперь давайте наберем еще маны. Еще маны наберем. И добьем оставшихся на поле товарищей. Все. С камнем здесь было все просто чудесно. Просто чудесно. Давайте разберемся с Дрейком. Почти Елена его и добила. Замечательно. Замечательно, все, предвода нет. Ну и нет самого сильного тапка, как вы понимаете, да? Давайте, наверное, зелеными пойдем вот сюда. Что-то мне вот подсказывает, вот хочу я вот сюда хочу. Зеленым быстрым тапочком попробуем снести этого прекрасного товарища. Фу, ну что, погнали. Надеюсь, здесь нам тоже повезет с зеленым камнем. Слушайте, ну вообще красота. Просто красота. Давно такого не было. Войны просто... Так, давайте мы сейчас определимся, какую сторону мы будем сносить. Я думаю, что нам нужно будет убрать, наверное, Урсену все-таки. Почему? Потому что Торна мы еще как-то камнями забьем. А вот всех остальных... Непонятно пока чем. Давайте Гришу зарядим. Вот. Все. Гриша, давай добивай Урсену. От греха подальше. Так, ну и в общем-то давайте запустим кристалл. Они быстрые, сейчас должны еще подзарядиться. Супер. Супер. Давай, Гришенька. Почти добил. Я думаю, что камни добьют Жана. А вот этой стороне мы поможем. Мы поможем. Так, ну все. Собственно. Здесь нам очень даже повезло. Вообще, без проблем каких-либо.
Так, ну и это второй шот. Давайте посмотрим. Значит, вроде как я свои цели сильные, которые мне были выделены, я убила. Теперь я могу брать любых. Сейчас я посмотрю, на кого нам лучше пойти. Можем взять желтеньких, попробовать расчехлить вот этого товарища. Да. Вот, в принципе, либо сюда. Так, у нас здесь Абакан и здесь Абакан. Здесь у нас два персонажа пассивных. Здесь у нас один пассивный. Но дело в том, что мне не одиспелить эту Вивику, которая на нас гадость повесит. Поэтому я предлагаю все-таки желтыми пойти сюда. Брать ли мне сюда хил? Хил. Брать ли мне сюда хил? Знаете что, давайте пусть будет лучше, да? Лучше пусть будет. И давайте, чтобы Ленечка быстрее вместе со всеми заряжался. Как-то так. Ой, ну я прям волнуюсь. Да, есть о чем. Есть о чем волноваться. Так, ну здесь сразу понятно, да, уже, что это не будет выигрышным тапком, скорее всего. Сейчас в Теллу, конечно, 5 зайдет, но она мне подпортит. Подпортит мне картину. Хорошо, хоть урон ушел в миньонов. Это уже радует. Но и наш урон уйдет в миньонов. В принципе, все. Теллы у нас нет. Давайте, знаете чего? Все-таки завалим кого-нибудь из шотеров. Хрен с ней, с Вивикой. Ну вот, например, того же Абакана надо было бы убить. Я так вот хочу. Он, конечно, не убился. Но Джун второй поможет. И срежем ману у Магни. Дальше, в принципе, у нас одна цель. Зарядить хила. Или зарядить желтых еще. И, в принципе, Вивику можно спровоцировать на ульту, потому что... Ну, а что тут? Ну, вылечит и вылечит. Да? Ничего страшного. Мне бы вот моего Кирюсика зарядить. Не очень хочу трогать всех, кто по бокам. Так, давайте, значит, Кирюша, хилься. И он еле-еле выживает. Просто еле-еле. Давайте мы убьем Магни. Я думаю, что у нас есть шансы его убить. Давай, добивай. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ах ты. Хотела его наругать. А, нет, Вивика его сейчас исцелит. Блин. Вот это была ошибка. Вот это была ошибка, конечно. Ладно. Давайте попробуем еще раз набраться. Марияша. Марияша нам кого-нибудь прикончит. Я даже не знаю, кого лучше. Миньон, спасешь нас? Ладно, хрен с ним, с Кириллом. Давайте добьем таки Магни. Пожалуйста, давай, умирай. Все. Так, ну что, у нас Марияна уклоняется, да? Марияна у нас уклоняется. Но мы все равно попробуем ее услепить. Попробуем Марияну. Хотя бы, чтобы она по нам не попадала, если вдруг она зарядится сейчас. Блин, накопайтесь камни вот здесь. Я не очень хочу сейчас Вивику эту трогать опять. Хотя, наверное, придется ее потрогать. Вот, все.
3 в пустоту. 3 в пустоту. И еще 3. Минус миньоны. Все, чудесно. Давай, ультуй. И мы попробуем ее расчехлить. Я думаю, что 3 шота ей должно хватить. 3 шота ей должно хватить. Да, ей хватает 3 шота. Все, теперь надо как-то аккуратно попасть в Марьяну таки. Попасть в Марьяну. Она сейчас у нас под защитой. Она сейчас у нас под защитой. В принципе, миньоны спасают от тычек. Ну, главное, чтобы она не уклонялась, короче. Вот, собственно. Единственный вариант ее загасить. Так, сейчас мы снова набираемся. Еще ей, конечно, повезло, что... Нам повезло, что она ослеплена. Давай, Джун, добьешь? Пожалуйста, давай. Да, добил. Все. Слушайте, ну это третий шот. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Так, что дальше? Дальше у нас остались какие-то просто монстры. Монстры. Я даже не знаю, кем мне их брать. А как вам красно-синее какое-нибудь моно сюда? Ой, красно-синее моно, да, хорошо сказала. Ну, например, Кирюша. Допустим, вот таких вот более-менее быстрых взять сюда. И, допустим, так, из красных кого-нибудь. Но это будут четверки. Это будут четверки. Это будут тупо четверки. Они мне вообще... Нет, они уперлись. Грозуль брать. А кто бить будет? Кто бить будет? Можно, конечно, и Гира взять. Ну, либо Соню, которая будет диспелить. Гадость. Но мне будет просто Хеймдаля неким убить. Вот в чем проблема. Реально будет Соню неким убить. Сейчас я подумаю, что у нас вообще тут из шотеров остается. Но это на следующий фиолетовый тапок. Как бы из Арния сдохнет точно. У Сони шансов меньше. В принципе, Соня, Магни и Грим. А если еще Скарлетт зарядится, то вообще замечательно. В общем, что, давайте, погнали, попробуем. Попробуем, потому что других вариантов я не особо вижу. Пока я не понимаю, как можно еще разрулить это все. Это все. Так, ну вот отлично. В Хеймдаля у нас сейчас уйдет. Вот эта колбаса пусть уходит в него. Пусть уходит Элену. Все, Хеймдаль зарядился. Хеймдаль зарядился. Ну и мы, собственно, зарядились. Жалко, под ним еще нет. Еще нет чуть-чуть камушков. Сейчас хотя бы ослабим их. И синих зарядим. Зарядим синих. Может быть, нам удастся хотя бы Хеймдаля убрать. Сейчас мы ему срежем броню. Благо он медленный. И не должен зарядиться. Зарядился. Собака. Сколько у тебя? 500. Ну ладно, а чего? Собственно, давайте его прикончим, потому что... Что мелочиться-то? 38. Синий камень ударит 38. Ударит, наверное. Давайте хотя бы атаку
им уберем, задиспелим и взорвем камушек. Вот. Вот так вот. Таким образом у нас и Хеймдаля нет, и хил готов против всех. Конечно, мне очень больно сейчас. Очень больно. Будет. Давайте попробуем убить. А как мы ее убьем, Елена? Ну вот как мы ее убьем? Скарлетт промажет. Давайте тогда лучше эту сторону. А Скарлетт промазала. Замечательно. Ну ладно. В принципе, этими дохликами на какой-то другой расклад было надеяться сложно. Но что есть, то есть. У меня остается еще одно сильное фиолетовое моно. Сейчас подберем кого-нибудь. Кого-нибудь подберем, подберем. Не хотят дохнуть, не хотят. И все. Ну давай, все. Прощай, Скарлетт. Ну и что? Фиолетовым мы тогда идем сюда. Сюда идем фиолетовым. Здесь Дрейк поближе. Так, Думи и Макар. Все. Собрана команда. Сейчас надо будет там Финли быстренько убить. Ой, тут всех можно быстренько убить. Нужно быстренько убить. Если честно, я не знаю, сколько должно быть на поле камней, чтобы шотнуть этого товарища. Просто Dream Team. Ну, давай сразу в Теллу. Давайте соберем кристалл. Блин, ну вообще, я не знаю. Все не то, все не так. Ну, давайте, наверное, убирать синие. Ну, нет, все, они, в принципе, все уже зарядились. Тут я мало что могу сделать. Хотя бы Теллу надо снести. Вот они мне, блин, моих шотеров вынесли. Гады. Гады. Вот тут у нас собирается под зайчихой 4 камня. Но я, если честно, даже не знаю, использовать ли на зайчиху это дело. Почему? Потому что она ж меня грохнет. Она ж меня просто грохнет. Вот. Так, давай, Доми. Доми в Дрейка. Все. А теперь мне конец. Ну, в любом случае, по максимуму я вынесла. Так, хилов тут нет. Давайте попробуем взорвать. Авось, что улетит куда? О, прекрасно. Минус Финли. Да ладно, да ладно. Так, живи, Ригард. Ригард, живи. Живи, живите. Мои хорошие, живите, пожалуйста. Так, у нас пока есть шансы. Пока есть шансы. Давайте подзарядим сейчас Доми, немножечко подхилимся. Может быть, мы еще вынесем ее. Эту девушку. Я даже не знаю, где мне тут нафармить камней-то. Ну что, взрываем кристалл? Давайте взорвем, посмотрим, что будет. В принципе, может, она даже не убьет мне двоих. Есть же такой шанс, что она не убьет двоих. О, миньоны, спасибо. Вот это очень сейчас было. Это было сейчас очень-очень кстати. Доми не сдохла. Обалдеть. Так, давайте опять тихонечко-тихонечко набираем камушки. Блин, мне двигать с левой стороны вообще нечего. Нечего. Все-все рядом с ней. Давайте хотя бы красные взорвем.
вот, чтобы я сейчас не двинула, все полетит в нее просто вот. А других вариантов нет. Ну, нет других вариантов. Может быть, мы сейчас успеем отхилиться. Так. Убьет она нас. 8. 8 очков. Я не хочу так умирать. Я не хочу умирать. Но, в принципе, Ригард же выживет. Ну, Ригард-то выживет. Давайте вот здесь камушек надо поймать. Да. Вот, смотрите, камушек есть. Вот он должен добить. А там еще миньон. Ах ты, зараза. 8. Блин. Так, хилься. Ригард. Я так понимаю, что она наносит больше атаки, когда... А, нет, я думала, у нее зависит от того, насколько, сколько бафов на мне висит. Но, в принципе, это не так. Поэтому давайте, наверное, мы сейчас все взорвем и... таки переживем еще одну ульту. Переживем ульту. Сколько у нее осталось? 8. Все еще 8. Ты будешь делать. Сейчас еще один миньон повесится. Так, сейчас я еще на хилс насобираю. Надо будет как-то под ней камней найти. Так, 8. 8 и 2 миньона. Так, хил пока я не врубаю. Мне надо под ней набрать камней. Все, теперь хилься. И давайте вот здесь потихонечку поищем. Сейчас она отстреляется. Блин, ну пожалуйста, выпади мне здесь камушек. Так, хилимся. Сколько камней убьют миньонов? Я не знаю. Ну давай. Собираем под ней. Планомерно собираем. Ай. Фу, блин. А, знаете что? Смотрите, я сейчас 4 смогу. Даже больше. Нет. Она воскресла. Не сметь. Да ты шутишь. Ах ты, зараза. Ладно, я пущу 3 этих, потому что вдруг мне понадобится фиолетовый. Слушайте, мы просто, это было так классно. Обалдеть. Фу. Ну что ж, у нас осталась синяя мона. Я думаю, может быть, забрать вот этого недобитка синяя мона. Почему? Потому что если уж синяя мона зайдет, то где-то вот здесь, потому что, ну... Иначе будет сложно с синемона мне зеленый центр пробить. Это вообще... Слушайте, и магния, да, использовала? Красотка вообще. Ну, придется тогда брать грима. Ну, и при таких, собственно, условиях... Только так. Сейчас надо будет жить и быстро убивать. Вот, я думаю, что разумнее все-таки, да, взять будет синее против вот такого недобитка. Так, значит, гадость себя мы снимем. Хил есть, поддержка есть. Ну, в общем-то, все, в принципе, более-менее. Если брать еще кого-то, да, вместо, то кого? Кого? Как бы я не думаю, что Колин с грозулью вытащит эту телегу. Или кто-то еще из
здесь присутствующих, поэтому идем синемона, а там будь что будет. Я думаю, что это идеальный расклад. И нам надо как-то дохила вот это все организовать, убить. Так, вот они, камушки. Так, стоп. Не торопимся. Я не хочу, чтобы она ультанула. Давайте попробуем поймать вот здесь синий камень. Которого нет, хоть ты тресни. Нет, и все, понимаете? Ну, нет его. Ну, тогда уже все. Пусть взрывается, пусть ультует. Жалко, конечно. Очень жалко, что она не добилась. У нее еще тут миньоны встали. Блин, нет, я не хочу тут разбиться. Ай-яй-яй, не хочу. На недобитке разбиться. Говорили мне, забудь синее моно. Хотя бы минус центр. Уже не так позорно. Ну ладно, зато прошлый тапок чего стоил. Ну это, конечно, жесть. Это вот, ну я не знаю. Ну хотя бы, о, минус могила. Минус Вивика. Ну слушайте, вообще какая красота. Ну это сейчас, конечно, меня убьет. Но все равно... Случайно вынеслись больше, чем планировалось. А где же вы были-то, камушки? Где же вы были? Давайте посмотрим, что у нас тут. Вообще, я записываю. Так. 16, 62, 26, 66, 65, 63. Вот. 10 место. По нашим я пока на 6-м. Да? Вообще 298 очков у меня такого не было уже давно. Вот я вам скажу. Так, да? Помните мои войны же? И это, конечно, кошмар. Что у нас по тапочкам? Здесь 17 осталось наших и 25 их. Слушайте, ну они нас обгоняют по тапкам. Здесь мы, конечно, можем проиграть. Ладно, посмотрим, как они отстреляются. Надеюсь, их сдержит наш желтый центр. Но то, что я этого не добила, это, конечно, потеря. Откровенно говоря. Ну все, конец войны я вам покажу. Итак, наша война закончилась поражением. 200 очков мы не дотянули. Хотя, вроде как, шансы были. Собственно, не было шансов. Я не знаю, почему они думали, что их они были. 6 тапков осталось у нашего противника. Мы никак бы не выиграли. Единственное, что радует, что впервые я отстрелялась, значит, не так позорно, как обычно. Ну-ка, давайте посмотрим. Мое место 11-е. Ну, это уже, по крайней мере, почти в десятке. Ну, из Альянса даже 6-я. Супер. Все, теперь что? Моя удача должна, по идее, на следующей войне пропасть. Следовательно, есть шансы выиграть у нашего Альянса. Я думаю, что в воскресенье мы уже точно отыграемся, потому что, ну, две войны с поражением, ну, не дело. Уже должны были спуститься настолько низко, чтобы выиграть таки. Все, прощаюсь с вами до воскресенья. Всего вам самого-самого лучшего.